Всем большой привет, и у меня опять посылка с орхидеями. Ох, пришел ОМ. Вот это вот он. Вот это вот, да. Ого, и это должна быть... Это должна быть лилия пурпурата. Красотка. Сейчас мы ее распакуем. Аккуратненько. Так. Опа! Сейчас осторожно, тут влили вложения еще фаленопсисовые. Так. Вот такая красота. Горшок полный корней. Знакомый и понятный для меня субстрат, что радует. Можно пока будет не дергать. Называется это чудо вот так. Грациана на Розея Конколор. Вот он. ОМ. Обещается сумасшедшее цветение. Просто обалденнейшие нежные цветы. Ну, посмотрим. Надеюсь, у меня зацветет когда-нибудь. Так, старые бульбочки, молодые бульбочки. Все отлично, там заклеено. Скотчем, чтобы ничего не выпало. Молодого роста пока нет. Потому что вот он молодой. Видите, разворачивается уже лист. Но еще он не напился, не потолстел. Так что будем ждать. Класс. Это ж если он... Я люблю такие растения тем, что он у меня допьет. И уже у меня пойдут новые корни. И вот это очень супер и круто. Супер-супер. Так, ух ты. Вот такая прелесть. Неожиданно. Класс. Это на блоке. Это швертер. И это, скорее всего, вильсони на малипоэнсе, наверное, на блоке. Сейчас увидим. Так. Ох. И... Та-да-да-да. Красота. Гляньте. Эти листочки. Подсох чуть-чуть, но ничего. Такие вот с оттенком листочки. Кружевные. И вот он. Да, вильсони малипоэнсис. Ох, красавчик. Обалдеть. Подумаю. Вообще, честно говоря, думала пересадить, но... Надо подумать. Может, в тепличке подвешу. И буду брызгать. Посмотрим. Класс, супер. Я довольна. Просто да нельзя. Так, и вот это вот от швертер еще одно чудо. Это должна быть гибридка. Гибридик эквестриса на неофинетию. И это он и есть. Вот она, бирочка. Вот. Так. Хорошо приклеена, чтобы никто ее не потерял. Отлично. Разворачиваем. Решилась я купить. Я увидела цветение. Оно меня покорило. Я все время думала, покупать, надо, не надо. Хочу. И потом я увидела цветение и не удержалась. Так, вот в таком пакетике она. Первый раз, честно говоря. А, нет, не первый. Получала я уже вот в таких пакетиках от швертер. Но это была голая корневая. Так. Вот такая прелесть. Вот такой обалденный живой мох. Такое высокое, как неофинетия. Ой, тут какая-то живность прикольная. О, это паук. У меня такого еще нету. Классный такой палас. Так, ладно, это другой вопрос. Я люблю пауков. Так, и замечательные корни, обалденные корни. Вон они. Их тут немало. Да, она влажноватая, она в пакете специально, чтобы эту влагу сохранить. Будем с ней разбираться. Просто шикарная прелесть. Так. И последнее, это я углядела фаленопсис, тоже гибридный, у девочек в магазине. Он меня покорил, я не смогла пройти мимо.
потому что это такие огромные листья. Так, это я тоже попозже сниму. Вот он. Посмотрите, это просто лопухи. Потянуло меня на лопухи, хочется мне такого. Корни. Вон их сколько, вон они растущие. Шикарные корни, хорошая крупная кора в посадке, менять не буду. И тут вот такой цветок обалденный. Красавчик, лаковый-лаковый, плотный-плотный, восковый. Ой, пахнет. Пахнет обалденно. Но да, на цветочке он, конечно, живет мучнистый червец. Меня девчонки предупреждали. Они протравливали как раз. Поэтому отправили мне не сразу, когда он мне приглянулся, а попозже. Вот, поэтому я его отставлю в сторону и еще повторно протравлю. Посмотрю, руками пособираю это все с него. Но он прекрасен, у него губка такая тоже восковая и при этом с мохнатостью небольшой. Обалдеть. Аромат не передать. Вот правда. О, сын зовет. Ну что ж, не передать аромат. Он обалденный, мне пора заканчивать. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Огромнейшее спасибо за просмотр. Смотрите в описании, есть всегда ссылочки. Смотрите другие мои видео, пишите мне. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.